Бриджит посмотрела. Что это? Джек, Ума уезжает, да? Кто с тобой гулять будет, мой Нафаня? А? У нас чаепитие с Умой. Смотрите, какой мы, да? Смотрите, какой мы чай тут заварили. У нас тут вафельки, мармеладки, печеньки. И Ума сейчас отправляется в аэропорт. У нас последнее чаепитие с ней. Крайнее, ладно. Не говорят последнее. Джек, наверное, думает, что с ним гулять собрались. Все, Ума наша улежает. Ну, Джек, будешь скучать по Уме? А ты, Давид? Тоже. Даже будешь скучать? Давид, так он очень будет скучать. Да ладно, будет. И Криса будет скучать. Вестем Ума Фамисен? А вот Джек не сидит. Джек из Уфеса. Ты, говорит, так его держишь, как будто берешь с собой. Джека ты тут оставишь, да? Джек не звонал. Если было можно, я бы его забрала, но я понимаю. Wenn es erlaubt wäre, dann hätte ich ihn mitgenommen. Джеки, Джейк, Нафаня ты наш, а не Джек. Ну ладно. Будем прощаться. Вот все. Вот. Папа, спасибо. Ой, видео случайно. Папа игрушку купил Эвелине. Слоник, это разговаривает. Да? Так внимательно слушает Эвелина. Да? Эвелиночка. Ой, скажи, такая интересная игрушка. Скажи, я теперь чистенькая. В носочках кружевных, да? И слушаем мелодию. Эвелиночка. Ай, тут папа повесил фотографии наши, когда Эвелиночка в животике была у мамы. Папа гуляет с Эвелиной. Папа schiebt zum ersten Mal Kinderwagen. Эвелина ist 10 Tage alt. Эвелиночке 10 дней сегодня. Нам кажется, что она с нами уже целую вечность. Ой, совсем думка. И Джек. Папа. У нас скосили поле, точнее убрали. Что у нас здесь была? Рожь, по-моему. Или пшеница. И Давид теперь тут это отжигает. Бежит, такой радостный. Ну, привет. Привет, привет. Ай, афишен. Эй, привет. Это кто у нас тут такой хороший? Привет, всем привет. У нас Эвелина первый раз сидит в этом шезлонге. И мама даже успела сделать салат. Да? И скажи, интересно. Скажи, что за шезлонг? Сама себе качаюсь, да? Чековский шезлонг. Скажи, мы все постирали, теперь можем. Я? Wenn sie sich bewegt, dann wird das, ne? Мама сделала тут салатик. Und hat immer eine weiße Zunge von der Milch, ne? Ist dir schon mal aufgefallen? Ja. У нее всегда белый язык, потому что она постоянно пьет молочко маме. И говорит, ты молочный монстр. Скажи, я же расту, я же хорошею, папа. И вакси дох. Мы с таким ахепшем вядем. Шлюми фандория. Элефант. Zum Geburtstag, lieber Papa, zum Geburtstag, viel Glück. Alles Liebe zum Geburtstag. Dankeschön. Hi. So, das ist das Geschenk für deine geliebte Schwiegermutter. Und da-da-da-da. Pass auf. Irgendeine Sturm drin. Ui. Und was ist das? Und was ist das? Das sind Ohrringe. Oh, nein. Ohrringe. Das sind Zappenke. Ich weiß nicht, wie das auf Deutsch ist. Also das ist, wenn du ausgehst für dein Hemd. Hier die Ding. Ja, okay. Und? Eine Uhr. Die Armbanduhr. Genau. Ja. Schick.
Die sind aber ein bisschen so interessant, ne? Mit noch innen drin. Mit Zifferblätten. Мы пришли опять в наш любимый ресторан. Давид везет гордо коляску, как старший брат. Alles gut, alles gut. Dankeschön. So, David hat schon sein Essen. David, was hast du bestellt? Hm? Stell dir wieder. Картошка фри и... Да, и рыбные палочки. А у нас папа вот такой аперитив. Бруншетто mit Tomaten und Parmesan-Spänen. Wir haben noch Brot mit Olivenöl. Мама пьет чай, чтобы молочко было. Да. Всем приятного аппетита. Good аппетит. Ну все, мы покушали. Счастливые и довольные. Возвращаемся домой. Еще зашли в Росман. Мы покупали полную коляску. Как всегда. Всякие хватит. Вкладыши для кормления. Подстилки для пеленания. В общем, такая у нас сейчас жизнь. Подгузники, все дела. Вот, сейчас отправляемся домой. Давид там без... на заднем фоне, потому что наша Эвелина уже проснулась. Все, сейчас я делаю с ней долго. Я уже ее в ресторане покормила. Ну, нормально все. Глаза, платье подходит. Кто-то спит? О, заснула. Кто-то накрыл у нас поляну. Папа сегодня у нас именинник, поэтому мы сейчас будем кушать тортики клубничные, пить кофе, кто чай для кормления. Так, Инджек. Бегает. Папа Коуч. Джеки, привет. Кто у меня тут так красиво сидит? А нам пришла посылка? Нам пришли посылки от Lidl. И мой неизменный помощник по открытию посылок Давид. Давай, открывай. Скажи, а мне что-нибудь заказали? И тебе заказали что-то там. Так, открываем, что там? Тапки, говорит. Ну да, тапочки мама заказывала всем. Потому что все у нас уже износились. Что там еще? О, еще тапки. Так, это Оми. Это Оми тапки. Это папе тапки. Так, вот такие вот серенькие. Так, что еще? А это тебе. Открывай. А это футбол. Футбол трико. Да, это... как это по-русски будет? Вообще футбольная форма. Вот такая вот форма у Давида. И теперь он будет под номером 10. Мальчишка на тебя был похож. Я решила такую заказать. Что, будешь мерить? Нет, я хотела... Просто распаковать, да? Да сшить как-то одна. Нет, нет, просто обычную форму, потому что... Да, тебе тоже что-то заказали. Сейчас, подожди секундочку. Да, немецкая форма. Смотри, золотыми буквами написано 10. Deutschland, Германия. Класс? Нравится? И шортики. Да, и шортики. Там тоже написано Германия, смотри. Deutschland. Как домик. Как домик, да. Ну давай, открывай. А Джек уже почувствовал. Джек, там тебе что-то заказали. Котик уже. Ну что, открывайте давайте. Что там у нас? Так, Джеки. Джек, игрушка. Ой, 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 это все, это вынос мозга. Джеки. Что это такое, Джек? Курица. Ой, какая она громкая, боже мой. Джеки, курица. Джек, тебе что, страшно курица, что ли? Ну все, пусть разбирается с игрушкой, что там еще. Вот смотри, он у нас дерет все плюшевые игрушки. Мы ему заказали вот такого вот тигра, который очень износостойкий. Да, это светящаяся игрушка, чтобы ему вечером играть было здорово. Класс? Угу. Да, будет вечером с ней играть. Ну все, получается, распаковывать вот этого еще тигра. Интересно, понравится он ему? Кажется, кто-то распознал, что это все-таки классная штука. Скажи, я не трус, но я боюсь. Ой-ой-ой. Мы поставили еще пока здесь старый телевизор, пока новый не пришел. Джек. USB, мам, USB. Да ладно, что, к USB еще подключается? Да, видишь? Ну-ка. А, ну, а, заряжать, классно. Компьютер.
выстрелил. Да, нет, нужно заряжать с помощью вот этой штуки. Мама тут гладит еще кучу глажки. Ой, что, светится? Нет, наверное, зарядить нужно сначала. Ну, распакуй ему тигра, сынка. Вот, светится. Светится, ура! А это твой тигр. Вот теперь вот этого тигра будешь злить. Ой-ой-ой-ой. Нет, курица ему пока нравится больше. Нет, он пока ему курица нравится. Смотри, бегает, не может понять. Скажи, за что мне хвататься? За что браться? А мне тигр нравится. Мне тоже. Да, классный. Ну что, вот все наши покупки на сегодня. Это папе тапочки, это светящаяся игрушка Джеку, это тигр тоже Джеку, это тапочки я заказала маме, чтобы ходила у нас дома. Мне, кстати, понравились в сером варианте, но моего размера не было, только мамин размер. А себе я заказала вот такие вот розовенькие из бархата. А где мои? Вот, а твои я нашла наверху, у тебя есть еще тапки. А тебе заказали вот такую форму классную. Да. Да, так что в этой посылке есть каждому... что-то. Нет, скажи, курица мне нравится больше, да, Джек, однозначно. Потому что она пищит. Ну все, мы пощадим ваши уши. Выключаемся.